Оставить нельзя, убрать. Брошенные никому не нужные автомобили можно встретить чуть ли не в каждом дворе. Мешают они не только пешеходам, но и снегоуборочной технике. Из-за них и без того узкие дороги после проезда трактора становятся еще уже. Городской администрации решают проблему кардинально. Совместно с управлением ГИБДД просто эвакуируют автомобили, припаркованные с нарушениями. Два транспортных средства были найдены на проспекте 50 лет в ЛКСМ. Помимо того, что данные средства стоят с нарушением правил дорожного движения, есть информация, что с данных автотранспортных средств осуществляется несанкционированная торговля. Теперь забрать своих железных коней владельцы смогут, уплатив штраф. А пока все автомобили будут находиться на штрафстоянке. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.